Специалисты Ярводоканала приступили к замене изношенного дюкера через Волгу. Он проходит на глубине 2 метров под дном реки. Это позволит жителям Заволжского района получать качественную холодную питьевую воду. Водолазы провели тщательное обследование, после чего решили выполнить замену водопровода на полиэтилен низкого давления с помощью метода протаскивания труба в трубу. Для этого на одном берегу была установлена лебедка, а к ней присоединили трос для захвата сваренных труб. Все работы планируют завершить еще до конца этого года. Остались работы по обеззараживанию, опрессовке, промывке и по подключению его к централизованной системе водоснабжения города Ярославля. И в данном случае как бы это позволит повысить надежность, устойчивость, обеспечение жителей Заволжского района холодной питьевой водой.